Здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Сегодня я зашла в Галамарт, давненько здесь не была. Появились вот такие формы для запекания, для выпечки. 230 рублей, 25 на 13 и 6 сантиметров бортик. Салатник за 177 рублей, это 1,1 литр, 17 на 9,5 сантиметров. Есть больше, 240 рублей. Далее вот такой вот рублей, 20 сантиметров фарфор. Я видела такие тарелочки, но качество мне не понравилось. Вот это вот рисунка выполнена шершавая. 104 рубля стоит. 62 рубля. Вот это вообще прелесть. Такая нежненькая рисуночек, такая маленькая пиалочка. 62 рубля на 300 миллилитров. Вот это вот такая тарелочка за 68 рублей. Ну, с лавандой есть побольше, 93 рубля. Но, как я уже сказала, качество не очень. 58 рублей. Такая тарелочка для ребеночка с медвежонком. Прелесть. Вот. Так что, ох, какой тут у нас за 1169 рублей сейчас скидка. Френч пресс на 1,5 литра. Ох, смотрите, сейчас я вытащу. Ну, вот это вот, да. Это у нас что там? Что это делает? Что мы делаем, когда нажимаем? Не знаю. Так, разные тарелки. За 56 рублей вот такой салатничек. Хороший салатничек. Так, это, я так понимаю, 93 рубля. Слушайте, секунду, может быть, совсем нет. Может быть, 209 рублей это вот это вот как раз, а не 156. Потому что здесь... Угу. Ну, конечно. Вот. И вот маленькая, так предполагаю, 89 рублей. Такие различные. Форма для выпечки хлеба. Силикон 209 рублей. Очень хороший такой плотный силикон. Мне понравился. Хороший. Также тоже, сколько у нас здесь, 6 ячеек для кексиков, печенюшек каких-либо. 209 рублей. Это... Значит, 29 на 17, 4,3,6 сантиметра. Вот такой тоже вот форма. Тоже силикон за 209 рублей. Круглая форма. Тоже хороший силикон. Вот эта вот форма, она держит хорошо. 24,5-5 сантиметров. Это 303 рубля. Это тоже 303 рубля. Так, вот такие у нас... Силиконовые, сколько они стоят? Это набор форм для выпечек, 6 штук для кексов, 9,5 и 4,4 сантиметра. Тоже силикон, 251 рубль. Рыбка у нас, еще подставка под горячее, 104 рубля. Коврик для раскатки теста, 387 рублей, размер 58 на 48. Это вот там наверху. Кружечки по 104 рубля. Смотрите, какой дизайн интересный. Но опять-таки это все шершавое. Но сотрется со временем. Так, ну, тоже. Ну, такие оригинальненькие. 350 миллилитров. 93 рубля. 300 миллилитров. Такие кружечки интересненькие. Рельефные. Смотрите, симпатичные, да? Такого сиреневого цвета, есть голубого цвета и зеленого. Очень симпатичненькие, приятненькие. 93 рубля. Посмотрите, какая большая, шикарная ложка за 142 рубля. 28 на 11,3 сантиметра. Вот уже действительно сюда. И любая ложка по размеру...
влезет. Ну, в общем, шикарно. Потом это у нас бульонница. Какая прелесть, а? 314 рублей. Ну, то есть я просто в каком смысле прелесть? Я люблю голубой, синий цвет. То есть это мое 260 миллилитров. Это с блюдцем. Это еще и с блюдцем. Ну, тогда ладно. Блюдце 18 сантиметров. Это все керамика. Блюдце. Слушайте, очень удобно. Бульонница с блюдцем. Вообще класс. Вот. Это у нас гравюра, как написано. Это вот серая гравюра. Горшочек для запекания. На 500 миллилитров. 17 на 13, 10. Керамика. Она там приклеена скотчем. Крышечка. 314 рублей. Далее у нас идет вот такой заварочный чайник. На литр 200. Керамика. Вот. 366 рублей. Это же сыпучих пара продуктов. Керамика. За 188 рублей. Вообще класс. Это у нас сахарница. 188 рублей. Вот она. А ложечка? Должна быть ложечка, наверное. Это значит на 550 миллилитров. Кружка 93 рубля. Керамика. Да, пожалуйста. Так. 320 миллилитров кружечка. И набор для соли и перца. Вот эти штучки. 125 рублей. 4 на 4,7 сантиметров. А нет, 4,7 сантиметров. Сантиметров. До сих пор продают вот это вот. Они, конечно, красивые. Особенно, да, вот это вот. Банка для соли, вообще красота. Ну, говорят, качество, конечно, оставляет желать лучшего. Но красота очень нравится. Очень красиво. Ладно. Пойдемте. Отходим, отползаем. Ну, вот эти вот наборы. Эта посуда тоже уже показывала. Вот это очень нежненькие такие, да. Кружечки. 100. Вот она маленькая такая, удобненькая. 109 рублей. Кружечка. 159 рублей с блюдцем. Это сахарница маленькая. Правильно, много сахара есть не надо. Не стоит. А, вот это вот я не видела такие. Посмотрите. Это у нас салатник 125 рублей стоит. Это вот для горшочек для запекания. 420 миллилитров, 12,5 на 11 сантиметров и 7. Так, керамика 188 рублей, 125 рублей бульонница вот эта вот. Так что вот, вот такие. А, даже смотрите, такие блюдца появились, 125 рублей, вернее тарелочки, неправильно сказала, голубого цвета такой есть. Печечники. Сахарница стекло. Просто пока крышечку показываю. Сейчас вам саму сахарницу. 135 рублей стоит. Очень, знаете, такая миленькая, симпатичненькая. Сюда можно и конфетки положить. Не обязательно сахар. Поднос 131 рубль. 36 на 26. И 1,5 сантиметра. Салфетки на стол. 4 штучки. Здесь 79 рублей. Очень симпатичненькие такие. Так, молоток. Отбивной, нейлон, ручка, нержавеющая сталь, пластик. 261 рубль. Вот такой ничего, интересненький. Тут, видите, разные. Это фирмы представлены товары. 177 рублей. 93 рубля нож. О, 419 рублей. Надежно. Так, топориком. Да. Раскольников. Так, смотрите, какое блюдо за 209 рублей. Это стекло.
Интересно. Так, 30 сантиметров. 209. Это тоже 209. Слушайте, красивые. Это квадратная, овальная форма. Так, 35 на 25. А это у нас такой большой, 30 сантиметров. Ох, 303 рубля. Круглая. 30 на 6 сантиметров. Ой, какая тут красота. Сейчас мы это все отойдем. Тоже круглое такое блюдо. Вот, посмотрите, вообще здорово. 330. Ой, 303 рубля. Ой, смотрите, мне его не вытащить. Что-то. Сейчас. 345 рублей. Вот такое большущее. Это на сколько? 37 сантиметров круглое блюдо. Сейчас мы дойдем до другой красоты. 209 рублей. Тоже оливки. Так, 34 на 32. Смотрите, очень красиво. Так, 345 рублей. Это 303. Такой. Это у нас вот эти вот блюдечки, то что наверху. Это, наверное, 100 рублей. Это 345. Кружечки 104 рубля. Так, сейчас 100 рублей, наверное, да. Такая тарелочка. И такие есть поменьше, побольше. Разные цены. Здесь очень тесно. Почему-то очень много народу набежало. Сейчас я вам покажу. Смотрите, сохранится с дозатором. 93 рубля, 180 миллилитров стекло. Тоже стекло. Так, это у нас космобанка для спицы, 250 миллилитров стекло. Тут написано, что 4 цвета, но я вижу только вот одну баночку. Одна баночка осталась за 95 рублей. Да, эти еще есть, видите, вон там бордового цвета. Вот это у нас, что банка для спицы. Это металл, стекло. 70 миллилитров, 89 рублей. Потом вот такая бутылка соломенькая, 250 миллилитров, стекло, 104 рубля. Такая веселенькая, симпатичненькая. Так, тоже сушки у нас идут за 25 рублей. Это у нас для сыпучих продуктов стекло, 425 миллилитров. Также есть за 230 рублей. Кувшин на литр. Тоже стекло. Слушайте, вообще какая прелесть, а? 230 рублей. Надо, не надо. Здесь все прикрыто. Никто туда не залетит. Пыль не попадет. Все очень удобненько. Стекло. Хотя вот это вот... Там еще какая-то это самая силиконовая прокладка. Вот. Очень удобненько. А, и за 230 рублей... Есть на 1,5 литра вот такой кувшин. Но здесь уже, видите, ничего не... Ну, есть дырочка. Вот так вот удобно. Тоже стекло. 230 рублей. Также есть за 156 рублей. Сейчас. Вот такой вот. Или это не 156 рублей? Нет, 156 рублей. С такими ромашками, у меня там резинки. Литр 70 и 240 рублей. У нас похоже, вот похоже. Такой графин. 240 рублей. Так, сейчас еще один покажу. За 299 рублей на литр 600. Такой.
Бутылка для молока 156 рублей, это литр. Ну, как-то ненадежно для меня эта крышечка. 319 рублей форма для запекания. И сервировки прямоугольные с ручками. Это у нас такая вот... А, приложила, там то же самое было. Сейчас скидка 199 рублей, скидка до 17 апреля. Ну, маленькая. Ну, 200 рублей. Нормально. Вот трафарет для рисования за 89 рублей для ниточек. За 51 рубль тоже такая вот раскрасочка. Здесь много раскрасочки всяких вот. Так, это многослойная 3D картинка за 131 рубль. Большое количество ароматизаторов. Смотрите. И цены разные. Это у нас вообще подсветка 449 рублей. Так, 240 рублей 100 мл. 6 ароматов. 473 рубля вот эти вот. Фиалка, орхидея, фрезия, цветочный сад. Это у нас, значит, 150 мл с палочком, с ароматом океана, лесной свежести, 410 рублей. Вот большое-большое количество. Сейчас до 16 апреля 45 рублей. Аосус, говорю, с лимоном. Средство для стирки универсальное, 119 рублей. Что-то там уже разобрали. Так, это у нас средство для мытья посуды за 13 рублей. Вот. Смотрите, за 68 рублей декор, пасхальный набор. 51 рубль. 39 рублей. Подставка под яйца. 104 рубля. Стекло под яйца. 146 рублей. Тоже стекло. Так, это для кулича, я так понимаю. Ну, такой, знаете, слабенький, конечно, 135 рублей. Это у нас 146 рублей. Что такой тяжелый? Прям тяжелый-тяжелый. 209 рублей, что ли. Вот такие кувшинки за 51 рубль. Очень симпатичные. Смотрите. Красота. Нужно куда-нибудь применить побольше, которые они уже 62 рубля. Тут маленькие. Различные. Ну, красивые, красивые. Ну, маленькие, не знаю, что-то мне маленькие больше понравились. Как-то они такие аккуратненькие. Вот. Ой, это что такое? Некрасивое. За 72 рубля птица, пластиковый утенок. А что там? Еще и разбирать. Что-то там такое. Бабочка. Тоже что-то такое некрасиво за 93 рубля, тем более. Ну, тащи. Дождевик панчо 72 рубля. Дождевик панчо. Пончо с капюшоном 100 на 132 сантиметра 83 рубля. Это 82 на 110 сантиметров. Разные тяпочки. Грабельки. 49 рублей вот эти вот. 104 рубля. Такие крабельки. Это матышка. Так и написано, матышка. Садовый 49 рублей. Это у нас разрыхлитель садовый 51 рубль. Так. Вот такой за 49 рублей секатор садовый. 49 рублей. Слушайте, а 99 рублей в фикс-прайсе, что ли? Вот вопрос-то интересный. А, вот тут вот тоже секаторы немножечко другие, видите? Садовые, вот они. Вот этот вот, который... Вот этот вот слева 158 рублей, а этот слева, вернее, вот этот слева 315, а справа 158.
появились товары для плавания, очки, там разного такие наборы для ныряния, шапочки за 146 рублей, 20 на 17, 5 сантиметров на 3 лет. Очки 104 рубля, вот такой набор 179 рублей. 230 рублей очки. Так, шапочка для бассейна 3 цветов от 8 лет 230 рублей. Так, это у нас, я так понимаю, коврик, матрас для плавания с подстаканниками 524 рубля. Очки за 149 рублей сейчас скидка. От 8 лет. Так, ой, не падает за 104 рубля. Это мячик, да? Да, мяч пляжный. В общем, много-много всего. Вот. 62 рубля. Такой вот дуршлаг. Тоже было. Это у нас что такое? Это у нас... Вот это лопата. А, вот термосумка на 9 литров. 20 на 16 и 20 сантиметров 345 рублей. Вот такая вот еще дорого. Ой. Кстати, хорошая такая мисочка. Удобненькая. Сколько она стоит? Чашка глубокая, походная, двухслойная, 280 мл, 12 на 15, металл 83 сантиметра. Ну, наверное, это не то. Нет, вообще запросто. Удобно. А это, наверное, 62 рубля. Вот эта решетка гриль. Качество. В этом, знаете, вот это я не понимаю, какая она должна. Я никогда ничего это не делала. 209 рублей. Вот это вот большая 471. Фляжка 240. Чингисхан. Потом идет вилка для барбекю, 119. Так, лопатка 146 и щипцы 167. Так, и щипцы тоже есть, одни остались. Баба-Яга пластик, смотрите, 399 рублей. А нам надо? Когда две девушки, женщины вот в этом магазине, метро Международное, значит, в торговом центре, мое белье, сеть магазин нижнего белья. Вот здесь вот бюстгальтеры по 378 рублей. Ну, округлим 400 рублей все, то есть без разницы, какие размеры. Так что приезжайте, мне подруга здесь купила, дочь тоже. Сейчас иду в призму.